Всем привет, ребята, с вами я, Фуджибелс. И сегодня мы будем играть в GTA 5. Сегодня у нас есть такой чит, где мы можем зайти где угодно, куда угодно. И мне кажется, что это видео вам понравится. Вы подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, а мы пошли. Ребята, мы сейчас находимся в аэропорту, и мы будем угонять самолет. Сейчас увидим. Погнали! Если вы хотите, чтобы я вам сказал название этого чита, то вы должны подписаться, поставить лайк и в комментариях написать, пожалуйста, скажем нас название этого чита. И я сразу скажу. Или сделаю видео такое. Так, и мы сейчас угоняем самолет. Все. Самолет наш. Так, через несколько секунд самолет будет взлететь. 3, 2, 1. Погнали! Как классно. Смотрите, очень высоко. Мы уже переехали в город. Сейчас мы будем взлететь. Опа. У нас нету парашюта, как я понял. Черт. Ой, было больно. Ну ладно. Что? Что хотел от меня? Вот. Смотрите на них. Что вы хотите от меня? Что? Пошли вы. Ребята, сейчас мы будем подниматься на гору Чили Ад в GTA. Я очень старался, чтобы сделать так. И для вас. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропускать такие классные видео. Для этого у меня очень классный мотоцикл. Посмотрите. Ой. Смотрите, какие большие камни. Очень сложно, как понимаю, забраться на Чили-Ад. Вот домик. И все. Ребята, мы решили взять Бигфут. Сейчас мы будем подниматься на гору. Как я понял, очень сложно забраться на эту гору. Она слишком большая. Слишком. Даже такая большая машина не может забраться на гору. Творится. Сейчас мы забрались уже очень высоко, но еще вообще не близились к гору. Ой, да не понимаю. Посмотрите на камни. Так, очень сложно собраться на гору, просто очень. Черт.
Пока. Что-то с машиной не так. Вон там еще много есть. Черт. Так. Вот. Все. Мы забрались на гору. Смотрите. Нет. Пока. Не понимаю, как вы забрались мотоциклом на эту гору. Пока. Прости, не хотел. Что это такое? Ребята, сейчас мы будем кататься на фуникулере. Смотрите, как тут классно. Мне нравится. Закрывайся. Не закрывается. Эй, закрывайся. Я не буду платить деньги за это. Ты дурак, а? Что? Где мы? А, все, вернулись. $10. У меня есть идея. Ну ладно, ребята. Сегодня все уже. Увидимся завтра. До свидания.